За что ты любишь своих бабушек и дедушек? Я люблю своих бабушек и дедушек за то, что они меня кормят, и они меня любят, сказки вечером рассказывают. А то, что они со мной играют, ходят в походы. А то, что она добрая, печет блинчики, и всегда мы с ней играем. Печем блины, вместе ходим в магазин. Она меня не ругает, мы с ней делаем пельмени, и она меня очень часто балует. Расскажи о своих бабушках и дедушках. Добрые, приветливые, красивые, не ругают меня. Они добрые, веселые. Бабушка и дедушка ходят в очках, красивые. Чем вы любите заниматься со своими бабушками и дедушками? Бабушка, мы любим готовить пиццу и шарлотку. А я намазываю томатной пастой пиццу, кладу колбасу, оливки и сыр. Мы с ней играем в пластилин, в книжки читаем. С дедушкой мы любим играть в футбол. Я со стороны телевизора, а он со стороны кресла. А с бабушкой в догонялки, но только не в настоящие, а где кубик кидаешь и фишечкой ходишь, на сколько точек на кубике. Мы с ней любим играть, гулять. Рисуем, играем. Едем в магазины. Поздравь всех бабушек и дедушек. Бабушка, дедушка, привет. Я вас очень люблю. Поздравляю, бабушка, тебя с праздником. Желаю, чтобы ты не болела. Желаю, чтобы ты всегда была со мной. Поздравляю, бабушка, дедушка, с праздником. Привет, бабушка. Я тебя поздравляю с праздником. Желаю добра и хорошего настроения.